Блять. Сука, 27 минут. Ёбаный в рот, блядь. 28, можно сказать, потому что 10 секунд уже прошло. Плюс у них пару секунд нажать на кнопку, блядь. Блядь, кто, сука, так начинает стримы? Блядь, долбоёбы, блядь. Сука, 28 минут еще перед стримом сидеть. Я представляю эту картину, блядь. Или в кинотеатр, например, приходишь на премьеру какую-то, да? Купил билет, все, блядь, пришел, сидишь, блядь. Уже заняли места, попкорн на готове, блядь. И тут начало идет еще. Подождите с полчасика, блядь. Класс. Просто замечательно. Великолепно. Так, ну что, собственно, у нас Combat Cast Aftermath Shiva and Robocop. Interesting what we will have to see here. Ебучий случай. Пол стрима, просто картинка висит, блядь. Ёбаный ваш пидорский рот. Половина стрима, наконец-то, блядь. Они соизволили начать. Пидоры, блядь. И то, как начали, блядь, с какой-то хуйни. Итак, опять дрочь. Бакс Банни. Выпердыш. И плагиатор этот, блядь, Скорпион. Интересно. Этот, блядь, Джинни здесь узнает своего брата или нет? Вот, давайте, собственно, посмотрим, послушаем, да, чё да как. Хотя бы первые секунды их, так сказать, пиздежа. Final Combat Cast right before the Aftermath launch tomorrow. Final Combat Cast. Блять, может ты достанешь что-то из-за щеки, наконец-таки скажешь внятно. So excited to be here and show you the final two characters in Aftermath. Let's run that down real quick, who we got with me. Два characters, блять, за полчаса. Сука, блять, как же вы, блять... как... Я понимаю, что Шива, ладно, но как же Робокоп? Это ж, сука, звезда всей игры. Как можно было ему выделить так мало времени-то, а? Еще и вместе с Шива, это что такое? Надо было со Скорпионом показывать. Хотя, как мы видим, в принципе, человек справа немножко подвел к тому, что надо было. Стефани Бромбек, senior QA analyst. Стефани Бромбек. Дерек Керцик, believer that... Кто? Кстати, а что-то по центру, какая-то шторка, как вся в говне? Или это цвет такой просто? Sprinkles should be on all food. Even hot dogs? Не, вообще цвет такой непоганый. Dogs? Yeah, even hot dogs. Wow. Ну ладно, короче, все равно нихуя не ясно, что они пиздят, блядь, о своих каких-то фетишистских, блядь, фантазиях. Давайте ближе к теме, блядь. Как-никак уже полстрима прошло, а информации как-то не очень много. Кстати, как вы помните, да, я как-то говорил иногда... Иногда, блядь. Недавно то, что мне как-то приснилось, что у Шивы будет бросок на 28%, блядь. Я понял, в чем тут загвоздка. Это, наверное, блядь, Скоршин, этот, блю, или как его там, блядь, называется, вот эта хуйня. Вряд ли у нее будет обычный бросок на 30-ку, блядь, вы че? Опа, блядь. Шокан Куин. Ну да, о, и как раз это. Кюси Кейдж. Отличный вообще такой предмет, чисто для взъёбки. Давай, Шива, покажи нам, зачем тебе даны 4 руки. Правильно, блядь. 4 удара 14%, 4 на 4 16, 4 на 3 12. Ну такое, блядь, среднячок, конечно. Но учитывая, что она еще подбрасывает, я уверен, она в конце еще может чем-то ебануть. И, кстати, наверное, она и будет взъёбывать еще захватом вперед. Три удара такие чисто и 13%. Три удара 13%. Это больше, чем 4% на удар. Это неплохо, довольно-таки. Сейчас, одну секунду, хотел тут показать один момент. Она прыгает такая, чисто как, блядь, ну как гром баба такая. Даже, не, даже сальтухи нет, просто такой прыжок. Опа, и все.
Кстати, а второй удар, как мы видели, подбрасывает противника. Не, ну реально, причем даже почти 14%, как мы видим, да, это 137. Три удара, это, блядь, это нехило. He has a lot of multi-hit punching moves. Три удара, 14%, блядь. Почти по 5% удара, блядь. Это два удара по 5. И один на 4, ебать, нихуя себе. Cool, о, захват. Да ебать вас в задницу, блядь. Ну Шива, сука, блядь, ну... Полубосс, ебать, ну дай ты ему захват, ну не знаю. Ну хоть для видимости, блядь, на 15%, ебаный в рот, блядь. Вот уже, сука, жмоты ебаные, блядь. 14%, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. Если вы боитесь Шивы, то ладно, блядь. Такую чисто X-Ray, блядь. Hashtag Punchwalk, everybody. I want hashtag 34, блядь. У Фуджи на 31, по-моему, да? Ну, как бы на троечок больше. Вот она мощь под босса, блядь. Да. Queen, хули. Ну все, короче, харе нам Шиву показывать, и так дохуя показали, да? Приступаем к робокопу. Да, или как, блядь? А, нет, смотри, что-то еще будет. О! Демонстрируй нам. Многорукая. Такое чисто, да, ногой, это, пяткой в рожу на 12%, блядь. Захватик такой, блядь. Двадцать девять, блядь. Сука, я играл 28, да? Ну ладно. This is my favorite string. I just think it looks awesome. It's a very fast mid and overhead. Там, бля, два верхеда, чисто такая по затылку так хуяк по почкам, чё это, блядь? Не по почкам, блядь. По печени, блядь, такая. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим, блядь. Такая чисто, блядь, настучала по ребрам, блядь. Хрусь, блядь. А смотри, это получается у него комбас с этими, с разным завершением идет. Можно на верхеды, блядь, дальше пробивать, да, или таким одним ударом въебать, и все, блядь, и 12%. Далеко достает. Ну, сравнительно, как бы. Ты кучу-то с разворота. Нихуя у нее удара, ну. Погоди, насколько у нее огонь был, блядь, я что-то не понял. Вот здесь сейчас три удара. А, первый удар не показывается, сука. Но два удара 11%, да? А с огнем то же самое, в принципе. Ну, блядь, ну два удара и 11%, почти 12. Блядь, нихуя себе, по 6% удара, блядь. Нихуя, подожди. Она нанесла два удара на 7%, а потом третий удар на 14 выбивает. То есть, блядь, один удар на 7%. Да, блядь. Таким если въебать, блядь, мало не покажется. Итак, она тут что-то комбит, да? Ну продолжи ты, блядь, хоть раз-то, сука. Я. Да. Что-то там поддакивают, блядь. О, это спецприемы, блядь. Ну такой, блядь. То есть, блядь, она рыгает обычным вот этим пиздюжом, блядь, как у Лю Кэнга, да? И только с энергией она пускает, наконец-таки, блядь, ее фирменный шар. Ебать вы пидоры, блядь.
Сука, блядь! Взяли, ослабили шиву, блядь! Уже у нее этот, блядь, захват, блядь, петушиный на 14%, блядь! Не, ну у Mortal Kombat 9 на 14% захват был нормальным, блядь, потому что у всех остальных он был на 12%. Ну там даже у некоторых еще меньше, блядь. Но в этой-то игре, блядь, можно было ей хотя бы на 16% дать процентов захват. Так они еще, блядь, и вот этот огонек, блядь. Обычный ее, сука, прием, блядь. Теперь, чтобы использовать, нужна энергия, блядь. А так она срет какими-то, блядь, соплями. Amplified version is a mid, which is great for like fireball exchanges. Ну правда отталкивает. А ну, на сколько захват? 4-4. A... На 12, блядь! Вы чё, сука, охуели? Throw a strike move. Great for ending combos. She can, Пизда, блядь! Ну и смысл в этом захвате, блядь! Если даже обычный, блядь, дороже выйдет. 10%, блядь! Ебать! Блять, насколько же они, сука, похерили персонажа, блять, я херею. Three in a row. Sorry, you had a question? No. Oh yeah, it doesn't have to be... Есть вопросы, нету. Какие тут могут быть вопросы, блять, ну она ж, сука, как под босс, блять, она ж должна чем-то хоть выделяться, блять, ёбаный твой рот, блять. Стефани Браунбек, блять. Как я хуею, блять, ну и в чем смысл вообще этого персонажа тогда, блять? Ни чуть большего урона, чем у других, блядь, нихуя. Ну, не знаю, может на других вариациях что-то будет, блядь, но сейчас полное очко. Hit three times in a row, it just can't miss. So, you can, like, do two in the first round, then have it loaded for... Ой, короче, блядь, first round, бля-бля-бля, блядь, и так далее. Do some things to the stomp, too, so we'll get to that here in a little yes. bit. Let's take a look at variation one. So, variation one is... Dragon Blood, блядь. First she gains this anti-air grab. Anti-air, блядь. Grab are actually, I believe, all of ну, 11% неплохо так, в принципе. Оно с энергией чё. Are buffed across the board this patch. I know for a fact Shao Kahn and Termin- Стопы, блядь, нахуй ты завис, пидор! Anti-air grab are actually, I believe, all of them are buffed across the board this patch. I know for a fact Shao Kahn. То есть, смотрите, блядь, она подбрасывает, да, когда с энергией, или чё, я чуть не понял. Ну так, в принципе, на 24 вытянуло, да? 11, блядь. 10 или 11. Это, блядь, 15%. То есть, блядь, я правильно понял, что с Crushing Blow 15, а просто с энергией 16 или что? А ну, блядь! This one amplifies and you're really big damage. And it's great for if the opponent is trying to... 15% с этим, блядь. С Crushing Blow. Jump out of the stomp move. So you can see here she gets a... А, это этот, блядь. Всё, понял. Это с комбой. It also has a crushing blow if you do the regular and then amplify it. So like you hit with the regular, the opponent tries to jump again, you can be amplified. Then in this variation, she gets her MK3 tremor move, which is like a shorter version of the stomp. It's unblockable, it's like a ground pound basically. And then she can, in this variation, change the direction that she stomps. If you hold forward or back, she can go in front. Не, ну хорошо, блять, ну ебать, ну урона-то можно было добавить, ёб твою мать. Сука, блядь, засрали персонажа, блядь. Была какая-то надежда, блядь, может, реально сделает урон хороший, блядь, будет хуярить, блядь. Какое-то говно, блядь. Ну харе, блядь, своими глазами мухи хуярить. Кентара с Легаси, блядь. Не знал, что у Кентара был этот, блядь, щит. Не, ну по крайней мере, не, ну 4 удара 18% неплохо, в принципе. Не знаю, может там просто вариация хуёвая. Зацените такой, да, ебать? Пердак шивый, блядь. Как вам? Можете подрочить.
She also gets this shield spin. When you amplify that, she knocks them away, and this is a crushing. Это спецприём, да, бать? We're just doing it three times. So the third time you do it, you're gonna get really big damage from your combos. Ебать, она кидает щит. Ну можно задерживать, да. So this you can hold it, and it will absorb projectiles. Ну, блять, урон показали, что ли, блять? Может там бьют, блять, на 1%, блять? Не, ну не знаю, ну кидать щит, блять. Мне кажется, они этот щит и ввели только для того, чтобы в другой вариации какая-то другая анимация, блять, этого выстрела была, блять. So she gets counter zoning, better mid range, and then probably the best combos or some of the best combos she can have. Кстати, похож на этого, на Котал Бздыка, вот этот вот диск. Let's take a look at the final variation, which I am. Final variation, блять, это что, все что ли, блять? Yeah, this one is super fun to me. It's 50-50. Шокан Суперман, Супермацию, блять, Супермацию, блять. Здесь, блять. Она идет, топ, 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 поебало хлоп. Да, блять. Ну какой смысл в этом всем, блять? And it has a crushing blow if you let her run across the whole screen. And then she also has other options from it. She can do the back three, which I showed earlier, like just the overhead. Она идет и все. She can pop you up and get combos. So it's это like combo был нижний захват, да, типа, mix-up tool, cancel tool, all in one. And then she gets the slow grab. Ну and да. And this leads to an amplified. Да, это получается этот, блядь, нижний захват. Which sets up dot damage, and the dot is if they backdash or try to jump out, so it like limits their mobility, or they're gonna take a bunch of damage. А не, вот еще один нижний захват. Это получается как low захват, а это именно захват, когда противник сидит. And then she also gets a crouch grab, and that leads to a combo starter as well. She can actually do that twice in the same. Нихуя себе, блять. Покидала, блять, тогда. Ну урон хуёвый, честно, блять, вот. Big damage. Oh man. So see, you can see she has a crotch grab and a low grab, which is the mix-ups like sell themselves. She can do like any of her overhead strings, do the low instead. She can mix up the back three overhead and the low grab. She could just run up and just do them raw. Ну такое, знаете, типа, блять, там на разводке на захват, вот это все, блять. Классика жанра. Все, да, блядь? Че, все реально, что ли? Ебать говно, честно, блядь. Ожидал большего. Come on, that's amazing. Хули ты ржешь, блядь, пидор? Let's take a look at the fake cardboard cutouts. I think that's my favorite. Oh, those are incredible. Absolutely. Ну давай же фаталку, заебал пиздеть, блядь. Сука. Look at the fatality. I think this is maybe my favorite in Aftermath. Ну, блять, это мы уже видели. А как они могли Скорпиона убить? Вы чё, блять? Ну, нормально, нормально. The audio is so gross. Уже привыкли, но, тем не менее, крутость это никуда не убирает. I wanna give big ups to the social team. Не, ну честно, ну херня какая-то, блять, вот, вот серьезно. Все, да, блядь? Все, Шивы больше нема. Не знаю, Робокопа даже смотреть не хочется, блядь. В общем, ладно, ребят, давайте на этом, наверное, завершим. Не знаю, я посмотрю, может я Робокопа потом и обсерну, блядь. Ну ебать, ну Шива реально разочаровала, блядь. Ничего, блядь, охуенного нету, блядь. Вот тот прием, который у нее был, какой-то шансунг, типа, отталкивает черепами, блядь. Я так понимаю, это прием, который недоступен в вариациях, да? Или они его не показали, или я хуй знает, что оно вообще такое, блядь. Вообще, у Шивы не так-то уж много и приемов было, на самом-то деле, блядь. Чтобы ее делить на три вариации, блядь. Но они это умудрились сделать. И вот эта рожа, блядь, лыбящаяся, это по центру, блядь. Такой, знаете, как насрала, блядь, и такая... Хуепудала, блядь, ёбаная. Сука. Мухоглазая, блядь. Ай, блядь. Не, ну это реально дерьмо какое-то. Серьезно. Не знаю.
Как любят говорить, надо поиграть, чтобы сделать вывод. Кстати, надо будет сейчас посмотреть какие-то обзоры, блядь, будет ли кто-то так говорить или нет. Надо поиграть, чтобы сделать конечный вывод. Как по мне, так уже говно. Реально, блядь. Ну а там, конечно, не знаю, блядь. Может, они реально еще не все показали и все в этом духе, блядь. Ну, не знаю, просто на кой хер было деть, блядь, Шиву нахуй, если вы ее сделали просто дерьмом, блядь. В очередной раз, блядь, обосраться или что? В общем, ладно, ребят, давайте-то. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи. Всем пока.